У меня есть большая мечта. Я не смею ее предать. За мечту происходит борьба. Я не смею ее проиграть. Путь к мечте. Вечер поэзии – это совместный проект компании «Фонет» и творческого объединения «Другая среда». Впервые такое событие мы провели в селе Октябрьском, и, судя по реакции зрителей, мы поняли, что им это интересно, и решили, почему бы не провести этот вечер и в других поселках. И вот такое мероприятие состоялось в Новосергиевке. Для чего мы это делаем? Чтобы сделать жизнь людей чуточку интереснее, чуточку веселее, чтобы в воскресенье вечером они могли собраться все вместе, выйти из дома и провести время своими близкими в такой вот творческой атмосфере. После литературного вечера для всех желающих был организован открытый микрофон. Местные жители не побоялись выйти на сцену и прочитали тоже стихотворение. Погодка благодать, ей девушка подстать, на каблуках ступает, на горку наступает, через лужи, километры, и в дождь, и против ветра, легко парусником мчится, свежа и вся лучится. Вот сейчас увлекаются рэпом. Это те же стихи и это те же соревнования, которые проходили раньше, которые сейчас проходят. Я считаю, что у нас многие пишут. Очень немногие решатся прочесть, поэтому надо подавать примеры. У нас, конечно, поселок, он небольшой, у нас такого формата нет, к сожалению. И поэтому было очень приятно именно, что вы к нам приехали. Мы бы еще хотели. Мечта стихотворения очень понравилась. И вот заключение. Вечер поэзии вот впервые. Но вы молодцы в том, что как это быстренько сориентировались. И все было так уютненько. И все, да, мы очень большое удовольствие получили. Молодцы. Спасибо вам. Очень замечательные стихи были. И да. То, что стихи были свои, это да. Вообще вот авторство очень оригинальное, да. Очень красиво. Следующее событие с участием компании «Фонет» Новосергиевки пройдет 25 декабря. Состоится открытие новогодней елки в 17:00 на стадионе школы номер 2. Екатерина Хигай, Анастасия Клесова, Максим Мораль, городской телеканал ЮТВ.